За забору, что мы смотрим, это военные базы. Если напротив военные базы, подумали, много лет назад жили кочевник со Свердлова. Как мы смотрим, здесь мало приносит, он выращивает или купит из магазина. Этому растению, которое мы здесь очень часто встречаем по названию рак, от него только лечить можно. Светить для фриташей боль, от него же сок собрать, еще поможет на молоко. Это для глисты. Если вдруг кто от вас жалует глисты, это лечение будет моментально дает. Можете попробовать уже за первым барханом. Будем медитировать. Да, они тоже медитируют, видите, да?